guy in charge, okay? Just keep moving, right? Closed up today. Tomorrow. Дыхание дьявола пропало, но у нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай! Что там? Организованный штурм. Его явно спланировали на воле. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О-о. Зря не пристегнулся. Задумался принести гранатометы в тюрьму! Ответьте! Это сержант Хэнсон! Есть кто-нибудь на канале? Это капитан канала. Где вы? Щитовой. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь произошло? Понятия. Сначала вырубился ток, а потом начался ад! Держитесь! Мы идем к вам! За этой дверью. Уже иду. Эй, вертикаль, выходи! Давно об этом мечтал!
дело, струсил! Почувствуй себя на нашем месте! Надо уложить их всех! Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и заткнете за собой двери. Пожалуйста! Ладно? Помощь перезаварить команду.
тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Совсем. Электро-носорог, а теперь и Скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Казалось, это погоня! Надо его остановить! Тебе меня не остановить! Но твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повесели! Прости, нет времени! Кто-то здесь, да? Так, камера наблюдения снова работает. Что видишь? Что здесь надо? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартин Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Ха! На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Не стой у нас на пути.
каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Столько лет. Столько лжи. Ну все, Норман. Они узнают правду. Мэй, все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти? Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин. Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с плота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Бьюгл, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также был в разработке вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Доктор Октавиус, почему? Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще?
Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть пытки. Не волнуйся, я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок.